Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Бубнов, и я рад приветствовать вас в третьем ролике рубрики о том, как тренируются современные чемпионы в плавании. И сегодня на разборе у нас французский пловец, один из самых уважаемых спринтеров планеты – Флоран Манаду. Поехали! Сегодня мы с вами поговорим о том, как французский чемпион тренируется, как он питается, что он делает на тренировках для того, чтобы побеждать соперников, а также о его личной жизни. Флоран Манаду из французской спортивной семьи. Его сестра, так же, как и он, является олимпийской чемпионкой по плаванию. Сестра на несколько лет старше Флорана, и поэтому он пошел в бассейн, когда стал за ней тянуться. Из основных достижений у Флорана победа на Олимпийских играх в Лондоне, а также 2 серебра в Рио и в Токио. Эта стабильность вызывает настоящее уважение. Кроме того, он многократный чемпион мира как в длинных бассейнах, так и в коротких. За его плечами такие рекорды мира, как 50 метров вольным стилем с результатом 20 секунд и 26 сотых, а также феноменальный результат на 50 метрах на спине 22 секунды и 22 сотые. Сейчас рекорд на полтиннике на спине перебил российский пловец Климент Колесников. Что касается антропометрии, Флоран – настоящий гигант. Понимаешь, какой здоровец? Ма! Иди глянь, какой-то парень здоровенный. Его рост 1 метр 99 сантиметров, а весит он более 100 килограммов. Когда на него посмотришь со стороны, не скажешь, что он относится к топовым пловцам, скорее к бодибилдерам. Даже Никита, кстати. Ну, кстати, да. Только Никита не относится к бодибилдерам. Салам. Выступает Флоран Манаду за один из лучших плавательных клубов планеты Energy Standard. Их база находится в Турции, и это настоящая бомба для спортсменов. Там много различных бассейнов разной длины, также очень много всяких разных спортивных площадок, большая территория, много столовых и ресторанов, а также все условия для восстановления. Есть массажисты, холодные ванны, специальные спортивные врачи, которые назначают спортсменам питание и многое другое. Переходим к тренировочному процессу. Флоран плавает 1 или 2 раза в сутки. Это утро, либо вечер, либо обе тренировки сразу. Большие объемы на тренировках он не делает, плавает много упражнений, а также спринтерские отрезки для того, чтобы рвать своих соперников на коротких дистанциях. Техника Флорана просто филигранная, ему 32 года, и он благодаря своим отточенным движениям до сих пор остается в топе на 50 метрах кролем. Ну и, конечно же, как любой спринтер, Флоран уделяет огромное внимание работе в тренажерном зале. Веса, с которыми он делает нагрузку, просто дикие. Он навешивает очень много блинов для жима лежа, также подтягивается со 100 килограммами и более, и много работает со своим весом. Основное внимание на тренировках в зале Флоран уделяет взрывной силе, а также мышцам, которые помогают в плавании кролем и баттерфляем. Большое внимание Флоран в тренировочном процессе уделяет простартовкам, участвует в различных небольших соревнованиях для того, чтобы чувствовать скорость и не терять стартовую форму. Для тех, кто не знает, простартовки — это промежуточные старты между основными соревнованиями. На них спортсмены выступают, что называется, под нагрузкой, когда у них идет максимально тяжелый тренировочный процесс. Это нужно для того, чтобы чувствовать скорость, а также набирать стартовую форму. Питается Флоран разнообразно и очень большими порциями. Количество калорий в день доходит иногда до 8000. Тоже как у Никиты. Ну и, конечно же, Флоран питается сбалансированно для того, чтобы у него не было тяжести на тренировках. Помимо усердных тренировок, Флоран очень активно ведет социальные сети. Его блог в Инсте достиг уже 300 тысяч подписчиков. Это внушительная цифра. Также в своих социальных сетях он активно освещал свой роман с олимпийской чемпионкой из Дании Перлиной Блюме, которая по праву считается одной из самых красивых пловчих современности. На данный момент они уже не в отношениях, но это была очень красивая пара. Свои тренировки Флоран проводит не только на основной базе в Турции, но и часто ездит по сборам для того, чтобы подбирать различные условия под разные соревнования. Ребята, вы также можете поучаствовать в спортивных сборах по плаванию с командой Swim Rocket на следующий 2024 год. У нас запланировано 8 поездок в города России и не только. На Новый год мы поедем в Минск, затем в Египет, а более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте. Как я и сказал, Флоран показывает удивительную стабильность на Олимпийских играх. В Лондоне он стал первым, в Рио все тоже ожидали его победы, но он, к сожалению, стал только вторым, и в Токио он также достиг серебра. Сейчас он активно готовится к домашним Олимпийским играм в Париже. Уверен, родные стены помогут ему одержать победу. Друзья, ну и по традиции напишите в комментариях, кого из пловцов еще нам нужно разобрать в этой рубрике. А с вами был мастер спорта Александр Бубнов. Всем пока-пока!